Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули на наш канал Энн Сугроба. Здесь мы снимаем не только ежедневные видео, но и классные обзоры, которые помогают многим людям сделать свой выбор. Поэтому подписывайтесь на наш канал и обязательно нажмите колокольчик, чтобы не пропустить очередное классное видео. А сегодня я хотела вам показать обзор замечательной новинки от компании Carella. Это манеж Тревиза, который совсем необычный, у него есть крыша, и это большое-большое его преимущество, но об этом я вам расскажу немножечко попозже. Это видео в своем роде эксклюзивное, потому что я не нашла обзоров на этот манеж, это очень странно. Ну, наверное, потому что еще никто не успел снять, это новинка, как я уже говорила. Поэтому, если вы хотите посмотреть эксклюзивное видео, оставайтесь, не выключайтесь, и поехали! Манеж поставляется вот в такой коробке. Размеры коробки 79 на 22 на 22. Вес коробки чуть больше 10 килограмм. Да, коробка компактная, но тяжелая. Но манеж же не должен быть легкий, иначе как он будет устойчивым и надежным? И посмотрите, вот здесь написано компания Carella, здесь написано название. На коробке можно увидеть цвет и размеры. Достаем манеж из коробки и видим, что он идет в комплекте вот с такой сумкой-переноской. Это очень круто, потому что делает манеж мобильным. Его можно перевозить куда угодно, на дачу, на природу брать с собой, в поездки какие-то, в путешествия, потому что он компактный, классный и мобильный, вот такой вот с ручками. Сейчас я вам покажу, как этот манеж очень просто легко собрать, и это сможет сделать в принципе любой человек. Мы вместе с вами его сейчас соберем, но для начала я открываю переноску и покажу, что входит в комплектацию этого манежа. Отдельно идет крыша. Еще в комплекте, кстати, есть вот такие замечательные кольца, они цепляются на стенки манежа в удобном месте. Ребенок, когда висит и подтягивается на кольца, он развивает вестибулярный аппарат, а также тренирует мышцы, качается, что очень прикольно. А, кстати, можно и на них повесить игрушки какие-то, если ваш ребенок не стоит еще и не подтягивается. Также есть гарантийный талон, куда без него, ну и инструкция по сборке, она максимально простая, потому что, ну, интуитивно его собрать вообще легко, можно даже не читать инструкцию. Здесь идет отдельно еще две вот такие штуки, не выкидывайте их, фанерки, это не для жесткости, нет, это для нашего матрасика, потому что дно у манежа сборное, оно жесткое. Их две штуки, только две, потому что все остальное уже внутри есть. Ну и давайте здесь на липучках, все легко открывается, и сейчас я вам покажу, переместимся на пол, там будет удобнее. Открываем наш манеж на липучках. Это по сути матрас, вот этот вот жесткий, он пока нам не нужен, мы к нему вернемся попозже. Так, и сам манеж. Вот этой замечательной красной веревочкой вверх нужно разложить две боковых стороны. Вот так. Сейчас потянуть вверх. Закрепить. Вот здесь закрепилось. То же самое нужно сделать с вот этими боковыми. Вот. Все. И дно нажимаем просто, и все. Мы собрали манеж, теперь нужно просто уложить матрасик, и все. То есть, по сути, вот я не знаю, сколько секунд, 5, наверное, максимум 10, все это занимает. Значит, у нас есть две вот такие замечательные картоночки, мы их сейчас вставим сюда. Вот здесь есть замочки
раскрывать, с обратной стороны, чтобы видно было. Вот. Его перевернуть удобнее. Собираем. Вот так. Засовываем до конца. С одной стороны одна, и с другой стороны другая. Так. Все. Вот эти липучки, они крепятся в манеж. То есть, как бы вот здесь есть отверстие. Вот смотрите с этой стороны. Видите, пальчик просовываю. Поэтому матрасик нужно так установить, чтобы совпали вот эти липучки и эти отверстия, потому что здесь на дне, с другой стороны тоже есть липучки, и он закрепляется, чтобы когда малыш ваш двигался в этом манеже, наш матрас никуда не делся, не елозил, ничего. Вот, берем липучку эту, вытаскиваем, все, и туда залепляем. И так здесь, по-моему, с двух сторон вот так вот происходит все это дело. Ну и с той стороны то же самое. Закрепляем. Манеж готов. Осталось собрать крышу. Но многие пользуются дома без крыши. Пока ребенок маленький, она в принципе не нужна. Рассмотрим манеж поближе. Здесь три стены у нас с сеткой. Сетка прошла испытание. Ребенок и царапал ее, и чего только не делал с ней. Но она вообще отлично держится, ничего с ней не случилось, она никакие зацепки не получила, ничего не произошло, выглядит как новая. Сетка, и с третьей стороны у нас, с четвертой вернее, три сетки, и с четвертой стороны у нас дверца в домик и окошко, нарисованное с паутинкой. Посмотрите, легко открываете, и ребенок может сам заползать туда, выползать. То, что наш малыш сейчас и делает, мы не закрываем эту дверцу, он у нас свободно ползает туда, как в палатку. Вот эти кольца цепляются на любую сторону, куда вам удобно, куда вы захотели, а оно все легко вот так зацепляется. Оп, но при этом все надежно. Здесь все прошито хорошо, кольца крепкие. И малыш уже их не снимет точно. Еще могу сказать насчет устойчивости. Наш маленький сын, он пока не ходит, но ходит у опоры. Замечательно, он со всех сторон походил, все подвигал, подергал. Никуда манеж не ездит, он стоит плотно. Стоит как вкопанный на своем месте, он его не сможет ни за что перевернуть. Ну, это классно. И еще, кстати, одним большим преимуществом являются вот эти колеса. Вот такие вот. Этот манеж можно перекатывать с одной комнаты в другую в разложенном состоянии или с одной части комнаты на другую. Достаточно только с одной стороны поднимать и вот так катить. То есть вам не надо огромный вес там тягать или еще что-то. Просто перемещаете его с помощью этих колес. Ну и давайте самое главное и классное, прикрепим нашу красную замечательную крышу. Здесь все тоже максимально просто. Крыша имеет вот такие вот крепления. То есть, по сути, вот так вставляется и все. Расправляем крышу. Здесь есть два окна, вот таких вот импровизированных, чтобы лучше попадал свет. И сейчас, когда установим, я покажу, какой прикольный из-за этого свет внутри манежа такой. Красный, классный получается там свет у ребенка. Итак, устанавливаем крышу. Она просто крепится также на манеж рядышком. Вот так нужно с вот этой пластиковой частью с одной стороны закрепим. Также с другой. Тоже вот так раз легко. Ну и с этих тоже сторон. Также вот так раз. С той стороны сейчас я пойду и с этой стороны тоже закреплю. Вот так, все. Теперь натягиваем вот эту часть, вот так одеваем на наш манеж, чтобы у нас крыша была полноценная. Вот так, она хорошо натягивается. В последнюю вот так, оп, крыша натянулась, здорово. Оператор, покажите, пожалуйста, как внутри манежа, какой красивый свет, замечательный.
получается, там ребенок, просто наш ребенок был в восторге, когда увидел этот дом с крышей. Он просто вот его полюбил с первого взгляда. Сейчас он там валяется, занимается своими игрушками. Он ходит вдоль этого манежа по стенке, вот так по периметру. Он смотрит мультики, пытается через эту сетку сидеть, смотреть мультики. В общем, он очень-очень много времени стал проводить там. Мы ему туда подушек накидали, игрушек накидали. Он лежит там, свои карточки крутит, рассматривает. В общем, ребенок занят. Это очень классно. Ну, если вспомнить наше детство, то мы тоже всегда строили свои шалаши вот эти между стульями, куча одеял и все. Но сейчас немного проще родителям помочь своим детям можно вот таким замечательным манежем, палаткой. Тем более он рассчитан на одного ребенка. До 15 килограмм, это приблизительно до 4 лет. Единственное небольшое такое, как замечание производителю, может быть, они прислушиваются, кстати, Карелла в этом случае вообще молодец. Я бы вот эту дверцу как-нибудь закрепила, вот, ну, липучка какая-нибудь или еще, вот как бы вот, хотелось бы такое, но это мелочь, конечно, на качестве швов, в качестве сборки, на устойчивости это никак не отражается, манежа, но все равно было бы прикольно, если бы здесь была какая-то липучка, которую можно было закрепить. Это насчет пожелания моих личных. А вообще Карелла радует своей продукции, радует своим качеством и ценой. На самом деле манежей с крышей на рынке очень мало. И если выбирать цена-качество, этот манеж однозначно на первом месте. Почему удобно не палатка, а манеж? Взял на природу, здесь есть расстояние от земли. Это классно, ребят, это очень круто. На самом деле ваш ребенок не мерзнет, вы не переживаете, что он там замерзнет от земли, холодно или еще что-то. Плюс он на колесиках, мобильный, и я считаю, что это классное вложение средств для ваших детей, особенно если видеть, как ребенок доволен и счастлив. Я вот сидела и просто улыбалась, рада была, что он у нас есть, потому что счастливый малыш, счастливые родители. Манеж Тревизо, хотя это целый дом Тревизо от компании Карелла, он бывает в нескольких цветах, а точнее там 4 цвета есть. Я вам оставлю ссылку в описании на сайт производителя Карелла, там можно найти вот эти цвета замечательные и посмотреть, где можно купить манеж официально, в каких он магазинах у нас продается, в том числе интернет-магазинах. Кстати, забыла рассказать про размеры. Размер 99-99 на 75, вес там 10 килограмм, чуть больше 10 килограмм он весит. И да, я уже сказала, что до 15 килограмм рассчитано на одного ребенка. Сложить манеж Тревизо не составляет труда, он также быстро складывается, как и раскладывается, просто нужно сделать те же действия в обратном порядке и поместить его в наш замечательный чехол. Кстати, в этом чехле не только удобно перевозить, но и хранить, он очень-очень компактный и залезет под любую кровать. Вот и такой обзор у меня получился. Ребята, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца, эксклюзивное видео, надеюсь, вам очень понравилось. Поставьте лайк, если понравилось, обязательно напишите комментарий, если у вас есть какие-то вопросы, я 100% вам отвечу на них. Мы остались довольны своей покупкой и поделились об этом с вами. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ребята, всем до новых встреч и пока-пока!